Семена Ageratum Aloha White ищут дачники, которые хотят посадить на своем участке эффектное долгоцветущее растение. На концах многочисленных веточек кустика сидят пушистые белоснежные шарики-помпоны, это очень красиво. Такая милая картина радует глаз с мая до осенних заморозков. Благодаря низкому росту и компактной форме это растение незаменимо для бордюров. Украсит садовую дорожку и передний край миксбордера. Превосходно выглядит в вазонах с высокими партнерами. Фаворит у озеленителей городских скверов. При посадке в контейнер высота растения 7-10 см, в открытом грунте – до 20 см. Ageratum Aloha White – это однолетнее растение высотой 10-15 см. Цветок лучше всего подходит для групповых посадок и может достигать до 10 см в диаметре. Ageratum прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для обогащенных почв. В качестве места выращивания Ageratum прекрасно устроит открытый грунт. Расцветает Ageratum Aloha White в месяц с мая до заморозков. Цветок окрашен в белый цвет. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.